На обучающий семинар для тех, кто только собирается сделать первые шаги в мир бизнеса, пришли больше 50 человек. Одна из слушателей – Анна Урнова. Уже несколько лет девушка не работает, сидит дома с двумя маленькими детьми. Раньше трудилась на нефтеперерабатывающем заводе. После декрета найти работу сложно, признается молодая мама. Поэтому и решили с мужем открыть свое дело. Мы хотели послушать, мы хотели бы открыть бизнес в нашем районе. Вот как бы пришли на форум, чтобы нам объяснили, какая процедура должна быть для этого. Как начать и к кому стоит обратиться? Самые первые вопросы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. На семинаре он прошел в Куйбышевском районе Самары. Все раскладывают по полочкам. А если понадобится дополнительная консультация, зовут в Самарский бизнес-инкубатор. Семинары рассчитаны на ознакомление и введение в эту отрасль. Дополнительную поддержку начинающие бизнесмены могут найти в Департаменте экономического развития. Предприятия и физические лица, которые только задумываются о своем бизнесе, могут обратиться либо в департамент, либо в компанию информационной поддержки и получить любую консультацию абсолютно бесплатно по любому вопросу – юридическому, бухгалтерскому, на начальном этапе, на любом. Сейчас в департаменте проходит грантовый конкурс. До 15 ноября можно подать свою идею и получить до 350 тысяч рублей на ее реализацию. Мария Леевна, Николай Сидоров. События.